Блин, только собрался заснять, и телефон садится. Не знаю, насколько хватит, нет, но вот передается, нет, насколько они черные. То есть вот черные они, это показатель то, что июньское, раннее, Оттава, вот это все. А августовские они будут желтые. Желтые рулоны. И вот сейчас покажу. Вон, это я вовремя убрал, не с поля уже, а через, наверное, неделю. Две, может, три. Убрали он сеновал. Вот такие вот они июньские. А вот это вот, он в поле остался. Вот в поле он остался. Сейчас покажу, что он там будет внутри. Вот как вот сетка держит. Дожди у нас были, блядь, неделю. Вот она сетка, я ее обрезал. И сейчас вскрою, покажу, как он, в отличие от ПРФ, держит. Не от ПРФ даже, а в отличие от нитки. Вот я здесь топориком рубил. Ну, смотрим. Прям покажу. Раскрываю, лучше прорубать получше. Вот. Вот, вот. Вот сколько это сантиметров. Вот она. Сейчас. Сейчас, моя родимая. Сейчас дам сено. Вот. Вот она. Коркой вскрывается. Поднимается. И вот такая вот. Это я уже даже много взял. А сейчас покажу. Много взял уже вот. Все зеленое. Вот так он корочкой. Вот так он. Буквально 2 сантиметра. Вот так он. Сейчас я это еще соберу. Вот хорошее у них. Вот он. И буду кормить. Вот так вот он выглядит. А то привожу, что-то нам черное, прошлогоднее. Показывает людскую глупость. Обидно становится за свой труд, но, как у нас в России говорится, на дураков не обижаются. Вот он выглядит снаружи весь черный. Вот буквально там чуть-чуть. Ладно. Просят сена. Так что вот такое коротенькое видео показал, как на самом деле сетка держит. То есть зимой фокус в том, что эта корочка именно как корочка образует, как скорлупа. Не ковырять, не откидывать, ничего не надо. Топором сетку прорубил, эту шелуху снял сантиметр, самый худший год 2 сантиметра снял, и у тебя вот чистый рулон. Корми как хочешь. Ладно, не будет передавать, не будет, не знаю, но вот показываю, сейчас покажу. Вот. Вот сен. Вот сен. Зеленый, не зеленый. Видно, не будет. А середина будет вообще одна листовая. Ладно, всем привет. Пишите, комментируйте, как вы храните, что храните. Ну, естественно, это самый лучший вариант.